продолжается. Портун, корабли на рейде стоят. Правильно, что здесь поехали. Посмотреть. Что ж ты за человек-то такой, а? Генуя аэропорт. О, тут аэропорт. Сейчас будем, наверное, ехать мимо него. Потерян сигнал GPS. Да, вот видите, там с левой стороны. Они должны вот там ехать, а едут здесь. Ну, а мне как раз и показывают сворачивать на аэропорт. Они тут на этом узком участке еще прибрежном, еще аэропорт умудрились втюхать. Коллайдеры только эти. Генуйские. Вы превышаете допустимую скорость. Какой УАЗик поехал, интересно. Потерян сигнал GPS. Из коллайдера в коллайдер. Так и скачем. Я уже не знаю, сколько их. Десятков было, может, пять всяких. За всю дорогу, начиная, да еще по Франции начиная, да даже по той же Италии. На, вот съезд в аэропорт. А где он тут? Где тут в этих горах можно аэропорт вместить? Вы скажите мне. Точно не нужно. Потерян сигнал GPS. Как называется? Коломба? Коломба, что ли? Здесь все. Дорога кончилась. Здрасте, приехали. И куда мы приехали теперь? Через 950 метров держитесь левее. Так, карты правее. Продолжайте движение прямо. Продолжайте движение прямо. Хорошо. Сейчас только за дороги заплачу. Introdurre la tessera.
Вирджина. Аривидерчи. Вирджина. Аривидерчи. Тут уже оператор даже сидел. 45-50 всего лишь за этот участок. Так еще не так и много. Готовьтесь через 730 метров держаться левее. Да, еще не так уж и много, не все так страшно. Я думал, будет намного хуже. Черт побери, все-таки надо было Машу слушать, а не Дашу. Через 350 метров. И кому главное? Такое ощущение, что он не собирался останавливаться. По-моему, у меня главное. Зато экскурсия по Генуе получилась, да? Когда еще можно будет Геную посмотреть? Вот только сейчас. В первом ряду не ехалось на этом велосипедике твоем. Порт. Давайте пока, наверное, в первый перестроимся. Вот и бензовоз сгоревший. Все как всегда, сами того не ожидая, устроили себе экскурсию. А вот что он во втором ряду едет, потому что здесь все перестраиваются. Ну перестраивайся, ну. На своем этом. Др-др-др. Все во втором ряду едут, но мне сейчас как-то левее надо браться, поэтому не буду я перестраиваться в первой. Не рисуешь, что надо браться левее. О, пацаны, вон стоят, колейка. Во всех портах все одинаково. Сдать контейнер, принять контейнер. Одна работа. Др-др-др этот можно и обогнать, правда? Чего ты сказала? Держаться в районе.
Почему я куда поел то-то, что она там чалдонит? Ё-ма, а куда ты туда? Чё, 3,5 метра высота, что ли? Куда-нибудь тут не уехать бы. Так, ну мне здесь левее однозначно, мне не сюда. Да, автострада, автобан. Ну видите, еще и на ремонт попали в этой Генуе. Проедьте 66 километров. Да, мы выбрались. 1,1 километра двигаться прямо. Прямо, да. Совсем мы с вами в горы заехали, смотрите, в какие. Тут все ремонт, и все-таки это все разворачивается, что-то потерялось полностью. Тут у него голова закружилась от этих, что я то навстречку выезжаю, то не навстречку, и туда-сюда. Нормально, да? Вон домик по центру горы. А как он туда забирается, интересно, этот домик? Ну так вот, держите за руль, Алексей Николаевич. Да, надо было все-таки по тому автобану ехать. Ну, кто знал. Вот, видите, скалолазанием занимается. Вот так они по скалам обшивают, чтобы камушки не сыпались. Но зато какие пейзажи. Километры как-то медленно уменьшаются. А время уже без 15:12. А еще 197 километров ехать и полчаса паузы надо делать. Выполнить разворот там, где это возможно. Вот как сюда свернул, ни одного паркинга еще. Вот так вот тут поедешь. Время будет заканчиваться, а где становиться? И даже таких карманов нет. Ну где тут среди города? Какие тут карманы, какие тут паркинги? Ну, у меня еще 1:17. Ну, сейчас, наверное, буду вот ехать. При первой же возможности надо остановиться. Иначе дотянемся до того, что потом будет беда. Красивая речушка. Мелкая совсем. Итальяно фермер? Да, и я о том же. Да, места красивые, но дорога тяжелая. Сильно не разгонишься. Кто там? А, вон. Козочки, овечки. Ну, у нас пауза. Думаю, встану, отстаю. Чайку попьем сейчас. Цикад послушаем еще. Да вот первый паркинг, как с Генуи свернул сюда. Такой лесной, но нам другого не надо.
Сейчас чаек поставим. Перекусим маленько. И еще где-то километров 170. О, кости размять отсюда. Где ты там? Спустись, хоть покажись, чтобы понимать, кто стрекочет, то опять гуглить надо. Ладно, пошли обедать. Получается, друзья, мы выбрались с горного участка. Вон они, горы остались сзади. Так, судя по всему, я смотрю, впереди у нас тоже уже гор не видно. Пошла равнина. Ну, там плюс-минус, подъемы, спуски. Тоже солнечные батареи. Правильно, тут солнце постоянно. Вот пошли паркинги, пускай еще не очень большие, но они уже пошли. Я только выехал со своего. Значит, сейчас будем ехать побыстрее, потому что, ну, времени потерял определенно хорошо здесь. Мало того, что дорога это такая вся вот зигзагами по этим ущельям, так еще и ремонт автобанов. Ну, по моим расчетам, сейчас время без 10 час, где-то к 2:30 примерно, если так с очень чинарем, мы должны быть на месте. Сейчас как раз выясняют, там еще раз 100% загрузят, не загрузят. Но обещали, что как бы, ну и как, не то чтобы обещали. Клиент сказал, груз готов, заказчик. Но могут быть не готовы документы или еще что-нибудь. Не готов второй груз, а этот груз готов. Вот, летим. Летим! Дай бог прилетим, закинут, и тогда будет уже веселее. Что тут такое? За конструкция такая интересная. На нефтеперерабатывающие не похоже. Ой. Какой ЖД-узел, смотрите, большой вообще. Где мы находимся, возле чего? Не могу понять. Ну, сейчас, главное, чтобы сейчас будем тут разъезжаться. Мы сейчас уйдем в сторону Болонии. По-моему, я в прошлый раз здесь катался, да, вот я, по-моему, где-то вот здесь недалеко отсюда я грузился, как в сторону Милана ехать. И здесь вот этой дорогой возвращался уже туда на Тренте, ой, на Тренте говорю, на Триесте. Что-то вот уже места знакомые какие-то. Бум! Как в этом фильме. А, печенцы это, господи, тысяча извинений, это печенцы. Ну да, тоже футбольная команда такая есть. Вот, сейчас на А1 сваливаем. А, так я и тогда на А1 уходил, все правильно. Мы идем вот как в сторону туда. Короче, как в сторону дома здесь мы уже идем. Зачем 40? Вот я не могу понять. Ну, 40, значит 40. Сейчас сама упадет. Поедем 55. Остается 83 километра. Время 2. Ну, час к 3.
Даже, видите, не к полтретьему, что-то я неправильно считал. К трем получается. Да, Милан прямо. А мы вот тут правее. На Болонью. Держитесь правее. Милан вот туда. Кремона. Это правее. Болонья. Просто. Вот времени заняло вот это вот там. Заезд за этим. Как возле этого Монте-Карло. Потом это от Апорта зачем-то заезжал. Так я и не понял, чего я туда заезжал. Перестроился. Красавчик. Спасибо, брат. Заходи, дорогой. Сеньор. Пьяченца. Так, 66 по автобану и потом еще 14 в сторону. К трем приедем. Пока что-то не отписались мне. Будут меня сегодня грузить. Уже тут какие-то сомнения закрались. Так дофига я ехал, спрашивается. Остался бы там в Монте-Карло. Сейчас бы на Лазурном берегу на песочке нежились. Что и требовалось доказать. Короче, тормозят. Вот большой автохов сейчас. Заезжаем. Пока не подтвердили, что вот за целый день так и не подтвердили, что сегодня загрузят. Вчера говорили, что загрузят. Сегодня уже подтверждения нет. Зале заезжай. И что-то мне подсказывает, что прилипнем мы сейчас на этом автохофе не по-детски. Блин. А ну-то ладно, это полбеды. Мне, блин, что-то на море не сходил. Шансик был. Ну что? Что сделаешь уже? Наше дело малое. Не такое уж он тут в принципе и большой. Заезжал даже когда вот ехал автогриль, вот что-то мне тут такая какая-то ассоциация, что по-моему я здесь был. На следующем повороте главное поверните направо. Так подождите, стоп, надо может поближе вот сюда стать, может Wi-Fi будет тащить с этого автогриля. А вдруг мы здесь зависаем? Через 180 метров
поверните налево. Затем через 90 метров поверните. Вот так вот. Часик постоял, и все-таки написали: давай, двигай. Ждут, будут грузить. Вот лячу. И вот этот одиночка, смотрю, обгоняет, так притормозил что-то. Я луч поворачиваю влево. Сидит итальянец, машет. Здорово. Я здорово. Ну, все. Погнал дальше. Варианта два. Надеюсь на просто, что вариант первый, что это, просто номера русские увидел. Про второй я промолчу. Когда-нибудь расскажу, мне со вторым вариантом. Меня чуть не закрыли в Ульме. Но это когда-нибудь, другой раз, главное не забыть. Городок Костелново, что-то там туда-сюда. Фирма называется Фернони Трансмиссия. Карабинеры. Карабинеры нам не нужно. Фернони Трансмиссия. Ну еще 4 километра. Я думал, тут маленький какой-то, еще такой большой. Получается за этим, за городком, за этим. Уедьте на дорогу с такого движения, а затем съедьте. Используя дорогу, пересеките дорогу с такого движения, съедьте.
3 километра, и мы на месте. Так. Грузовик идет, надо разъезжаться. Потому что узенько. Как будто приходится притормаживать. Вот даже вот Костелнова де Сотто. Территорию выехали. Так интересно, конечно, по таким улочкам ездить. Прикольно. Схожу, посмотрю, тут что-то я тут не знаю. Куда туда заезжать? Там так узко. О, видите, на тракторе красавчик пролазит. Да, сюда приехал. Сейчас надо туда внутрь заехать. Я зашел, да, все сказали, заезжай. Опа. Сейчас надо назад сдадим. И туда переда внутрь. Да, дорожки узенькие. Ленка мне сказал, заезжай, ну там можно у них направо, потом задом и развернуться будет, потом выехать. Подождите чуть-чуть, мадемуазель, я сейчас радиус возьму.
вписаться. Машинки свои разогнали. Ну да, мне вот сейчас сюда направо, потом сюда задом. Конечно, среди ихних вазонов. Тоже сильно не покрутишься. Ну ничего, сейчас справимся. Аккуратненько. Мы развернулись, пошли. Так, окей? Штемпель. Ну, окей, говорим. Делов на 5 минут. Он мне вывез рохлю. Итальянец. Потом погрузчиком закинул, я рохли затолкал. Делов-то. Все. Закрываемся. Что там документы, не знаю, забрали. ЦМР-ку сейчас напечатают. И вперед. Какая-то частная фирмочка. Ждем бумажки. Я думаю, сейчас быстро отдадут. Наши документы. Вот так вот мы тут стоим, в общем. Выехал с фирмы. Там что-то непонятки какие-то. Ну, два палета, все как положено, загружено. Все, но должно быть почему-то 75 штук. А у меня 50 по документам. А там как раз... Тут и фирма, и дом сразу. Там у них внутрь заходил, там и станки, и там все дела. Так сказали подождать. Видно, там приехала, ну, может, живет там. Короче, девчонке надо было одной заехать на маленькой машинке. О! О, как я вовремя вышел. Вот так я ее и порвал. Забыл зацепить. Сейчас вот так цепляю. Держится? Так она с крючком здесь была. Так вот забыла, она крючок стерся по земле. Немножко трактора ездят. Но
Сильно я им больших затруднений не создаю. Они тут носятся как на Формуле 1. Вон еще один. Сюда поедет? Ага. Снова цикад слушаем. Только здесь их не так много. Ну так вот, жду. Сейчас там выясняют. То ли кому-то неправильно информацию дали. Ну, видите, ему пофигу. То ли неправильно информацию дали, то ли что. Сейчас выясняют этот вопрос и поедем. Прикрыть. Хотя они прекрасно тут пролазят и так. Все, братцы, дали отмашку ехать. Разобрались. Выезжаем, но немножко не на тот автобан, по которому заезжали. Ну, нам в другую сторону, как бы. В сторону второй загрузки. Сейчас через 32 километра мне уже на автобане нашли большую стоянку. Душ, ресторан, Wi-Fi. Все дела. Едем туда. Ну, на сегодня я уже, как бы, можно сказать-то, и отработал. И тут поляк. Еще час 55 работы есть, но к самой фирме ехать смысла нету. Что там возле фирмы стоять? Тоже неизвестно еще там, что за фирма. Может, такая же, вот как здесь. Где ты тут станешь? На дороге ж не станешь. Поэтому едем на большую стоянку. Оттуда где-то километров 40 мне будет оставаться. Ну и будем стоять, по идее, по заявке загрузка четверг-пятница. Сегодня вторник. Будут решать вопрос, может завтра, может загрузят, это не факт. Может в четверг, ну, может быть и в пятницу. Это самый худший вариант, конечно. Идеальный вариант было бы загрузиться завтра, ну, на худой конец послезавтра. Пятница, это получается еще 2 дня стоять с такой жарой, за бортом 35. Удовольствие не из приятных. Но тут ничего не сделаешь. У нас загрузка и была на четверг-пятница. Поэтому едем туда, а там будет видно. Вот автострада А1. На А1 автобан нам нужно выехать. Километров до автобана и еще 15 там. Через 100 метров держитесь правее. Какой мостик интересный, смотрите, арочка через такая. 50 метров держитесь правее. Интересно так придумано. Так они тут закручены, заверчены. Ой, наконец-то, у меня аж голова закружилась, тут эти восьмерки рисовать. Конечно, мы до него добрались. Тут столько кругов, то же самое. Штук с 20, наверное. Готовьтесь.
возьмем очередной тикет. Грация! И пойдем, ну не на Милана, на Болонью нам надо. Поэтому берем левее. Вот пропустить, видите, сигналит. А, итальянцы. Спишем на это. Интересный тут мостик такой. Этот вон тот. Погнали. 19 верст. И на сегодня все. Осталось припарковаться. Полседьмого, но места еще будут. Напротив встанем, и там будет Wi-Fi тянуть прямо в машине. По идее должно. О, смотрите, прям как... А, место для бусов, блин. На следующем повороте поверните направо. Здесь место для бусов. В общем-то, тут все стоят. Вот не знаю, но уже назад я не вернусь. Стоянка для бусов. Но мне, возможно, завтра придется здесь стоять.